Драники, ну кто же откажется от такого блюда, согласитесь. А если подать драники сразу со сметаной и красной икрой? Ну вы догадались, именно их сегодня мы и будем готовить, это идеально, поверьте. Это сочетание вызывает у меня просто восторг, взрыв всех вкусовых рецепторов, хрустящая основа драника, горячая, только со сковороды, а сверху нежная сметана и слабосоленая икорка, получается шикарно. Конечно, у всех вкусы разные, но поверьте, этот вариант блюда не оставит равнодушным никого, берите на заметку. Досмотришим видео и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. Картофель очистите и вымойте, натрите на мелкой терке и переложите в миску. Добавьте в картофель яйцо, соль и перец, перемешайте все хорошо. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и выложите картофель столовой ложкой, жарьте драники с каждой стороны по 1,5-2 минуты. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Горячие драники смажьте сметаной и выложите икру, подавайте к столу. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Картофель 180 грамм, икра красная 30 грамм, сметана 70-80 грамм, куриные яйца 1 штука, масло растительное 3 столовые ложки, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До встречи на канале!